Всем привет, ребятки! Всем привет! И с вами канал Джемвэйр. Я Шурик, и это Джемвэйр. И Джемвэйр. Сам Джемвэйр, да. Сегодня мы с вами будем донатить тем, кто оставил свои ники под прошлым нашим видео с Плиз Донат, как и обещали. Да. Вот, пойдемте отойдем немножко сюда, куда-нибудь. Пойдем. Вот, вот сюда. Камушка, ну, кстати, там кто-то убегаешь? Стоит, смотри, там кто-то стоит. Так, там сейчас. Там кто-то голосовым разговаривает. Да пойдем что сюда. Такое? Куда нам убежать-то? Вот сюда давай. А, ну да, так, нормально. Ну что, давайте, прям начнем с ходу с дела, и все сразу будете видеть, как что происходит. Первый у нас Максим был, первый по-моему. У нас Матвей. Ой, вот его Матвей, ник, да. Как вы видите, вот такой. Матвей, 3-4-3-5-6-2-1. Так. Проверяем. Я еще не проверял, нет, это ник. Так, закроем чатик. И пользователи. Вот такой пишем. Подарок. Вот. Джемвэйр. Вот так по-русски напишем. Так. Сообщение. Да, нельзя написать. Подарок. Как и обещал, тогда напишу. Как и обещал. Вот так. О, пошло дело. Матвей, кажется, загружается у нас. Так, смотри, у него здесь по 5 рубаксов. Тебе писать ник его в чат? Давай-то. О, что-то не пишется. А какие цифры? Напиши что-нибудь в чат, я тебе в личное напишу. Матвей. А что напиши? Просто в общий чат что-то напиши сейчас. А, типа... Просто точку. Точку напиши. Давай. Вот, я тебе отправлю, может быть, в личное? А, нет, в личное тоже не дает. Ну, цифры мне отправь, может, они сработают. Ну, а Матвей, короче, с Y на конце, вот. И вот такие вот цифры, если... Ну, цифры как раз не дают. Я думаю, что Матвей-то как раз дадут написать вот так. Ага. Вот Матвей, вот так пишется. Видишь, Матвей? Да. И дальше цифры диктую. 3-4-3-5-6-2-1. Так, 6-2-1. Все, давайте напишем. Давайте я напишу ему. Я ему даю 5 рубаксов. Что-то я неправильно сделал. Все. Как всегда. Матвей, слитно. 3-4-3-5-6-2-1. Да. Так, давайте следующего смотреть. Кто ну давай. Там? А, вот, все, я понял. Все нашел. Но он почему-то не работает. Смотри, я тебе сейчас в Дискорд отправлю. Ты сможешь да из Дискорда скопировать? Нет? Тогда ладно, следующие, ребятки. Короче, ладно, да. Следующего вписываем Xtra. Забьем. Xtrasul. 009 у нас идет. Сейчас я тебе тоже в чат попробую послать, но мне кажется, тоже ничего не даст. Да. Так что открывай, открывай чат и будешь сам вписывать ники, потому что они все с номерами и никто не даст тебе. Кстати, ага. Расул, у тебя нету ни одного геймпасса, мы не можем тебе задонатить, тебе нужно... А, вот. Я Матвея наконец-то нашел и задонатил ему 5 рубаксов. Все. Отлично. Расула можешь не искать, потому что у него нет геймпасов. Расул, если ты смотришь это видео, тебе нужно создать на сайте Роблокса свой геймпас, назначить ему цену, то есть ты можешь назначить 5, 2 там рубакса или 10. А еще лучше создать футболку, а еще лучше рубашку. Вот это потому что хотя бы какая-то вещь будет, которую можно да. купить, носить. Но рубашки и футболки, их уже за рубаксы они создаются. Да, если тебе это сложно, то создай геймпасс. Это бесплатно, и ты сможешь получать донаты. Так, давайте следующего тогда смотреть, кто у нас идет. Давай. Ник топ-топ. 4 единицы 7. Да, топ-топ, давай. 4 единицы 7. Давай. Иван Бора такой написал нам. Так, давайте. Пишем. Топ-топ. Недействительный пользователь.
Топ-топ, 4 единицы. А у него тоже геймпассов нет, походу. Не, а мне пишется, что он просто недействительный. А, наверное, я просто с собакой скопирую. Так, вот, все. Топ-топ. Что-то не загружается, ребятки. А почему? Ну, я когда написал, у меня просто не было у него геймпассов, и все. А-а-а. Нет геймпассов у него, да? Ну, давай посмотрим следующее тогда. Амимерушана. Я тебе сейчас скопирую. Вот так пишется, если видишь. Да, аниме. Вот. Аниме, а не аниме. Да. Недействительный пользователь. Так, подождите. Ну, я же все правильно копирую. Правильно? Вот вставляю, ребятки. Недействительный пользователь. Проверь, Амимерушана, правильно ли ты написала свой ник, потому что... Да, что-то я тоже вбил, не работает. Угу. Так, давай следующий ник. Турист. Как турист, только турист 1256. Давайте попробую сейчас скопировать. Вот. О, пишется, да, нормально. Вот, турист 1256. И он работает. У нас... Давай ему тоже по 5 рубаксов задонатим. Подожди. А у меня он не работает почему-то. Ну ладно, сейчас может я подожду. Я тебе в чат написал. Я тебе в чат же написал. Да, я вижу. Так. Оп. Все, Торис, получай подарочек. Так, смотрим. В смысле, просто нажимаешь кнопку и ничего не происходит у тебя, да? Ну да. Бывает такой глюк, потом вернись к нему и задонать. Ну давай я, кстати, ему сразу. Давай следующий вот такой, смотри. Юрет СП. Юрет СП. Давай, проверим. Ну давай. Он работает. Так, ну что, я 4, и ты 4, давай. Давай. Погнали. Покупаем. Но у меня что-то вообще. У меня то же самое опять происходит. Так, спасибо, купили. Ну попробуй, может, перезайти, я не знаю. Сейчас я приду, ребятки. Так, ребятки, я пока продолжу вот копировать ваши ники. И вам донатить. Сейчас ЧМВР вернется. Вот, www.iiivv. Ничего себе, неужели реально такой ник? Класс, прикольный у тебя ник. Пельмешки продаются, может, нет, давайте. Футболка. Все, да, я вернулся, давай попробую своим прошлым задонатить. Ты их помнишь как? Да, нет, да. Против войны, натур, донат, нет войне, футболка, топ. Так, чтобы ему задонатить? Ну, давайте, мне просто пельмешки вот очень хочется, прям вот пельмешки я куплю с удовольствием, с большим. Все, да, у меня все заработало. Сейчас я туристу буду донатить. Да, тебе нужно донатить туристу, потом Юрету и потом www. Ага. Ты видел там www, да? Да, видел. www я видел. Так, смотри, да теперь ник Лопалехо. Так, давайте. Вот я тебе сейчас тоже предпоследнего. Что-то он теперь не хотелось. Не работает. Ну ничего. Сейчас я тебе его так скажу. Ты тем четырем троим продонатил? Сейчас я третьему в VVV. VVV, ай-ай-ай. WWW, ай-ай, и VVV. Да, все, я его нашел. Давай я тоже пельмени куплю. Давай, да, покупай пельмешки. Пельмешки. Вот, и тут Лопалехо. Прям пиши Лопалехо. Я не знаю. Во, вот так вот, как я тебе сейчас написал, только слитно. Понял? А, хорошо, да. Так, Лопалехо. Свет, кто пришел? Давайте по 5 рубаксов. По 5 рубаксов. Он пришел.
Так, есть 5 рубаксов отправляется в Лополеха. И давайте еще раз аниме. Может быть... А, да, она действительно аниме. Она ошиблась в нике и переписала его заново. Все, я понял. Вот. Да, аниме работает. Смотри, вот аниме Рушана, Русхана как бы 2. Аниме Русхана 2. Так, ну давай... Давайте ей тоже задонатим... чтобы было честно, по 5 рубаксов. И ты с твоей стороны, и с моей. Вот, ребятки. И сейчас, может быть, тут кому-нибудь еще продонатим. Все, ты Лополеха задонатил и анимешки. У меня почему-то опять все перестало работать. А, понял. Ну, ты там еще постарайся, сейчас... да. И да, я еще раз перезайду. Я сейчас кому-нибудь нормально еще задоначу. Who wanna small donate? Или точнее, даже лучше по-русски сказать. Кто-нибудь говорит по-русски? Давайте русским будем донатить. Да-да. Так. Ну, точнее, русскоязычным. Это не обязательно могут быть русские. Но чтобы главное говорили по-русски. Нам-то, в принципе, все равно. Хоть из Африки. Так. Йоу, камон, ребята. Кто-нибудь? А, надо по-русски написать просто, наверное. Тут же, это же не голосовой у нас. Так, давайте замьютим вот этого, а то он музыку тут включает. Так, сейчас напишем. Кто хочет донат? Хочет небольшой донат. О, так, тут еще девочка. Так, ну давай кому-нибудь задонатим. Я? Где? Вот, я. Ну, допустим, давайте я. Давай, да-да-да, вот. Пойдем. Давай, Амира, где? Погнали. Веди к своему стенду. Вот. Ой, какой миленький сердечко. Ну ладно, давай ты один задонатишь тогда. Какие миленькие сердечки. А какие у тебя дорогие геймпассы, однако. Ну ладно, минимальные. Небольшой донат. 10, нормально, нормально так. Ну давай, да, десяточку тебе закинем. Да, да. Давай. Ты подпишись на наш канал, мы сейчас стримим, вот увидишь себя. А у нее есть? У нее есть голосовой чат-то хоть? Да, да, есть голосовой чат, она меня слышит. Только я ее плохо слышу, к сожалению. Смотри, сейчас я напишу канал. Сейчас, JamWare называется, сейчас напишу. JamWare. Вот, вот такой канал, вот так на Ютубе вбей, и... Да. Вот, и он... Я не знаю, слышит она меня или нет. Надо ей написать. Напиши ей текстом как раз. А я пойду... Ну, я ей только что писал. А, нет, напиши, типа, подпишись на канал, чем вы. Потому что ага. Она не врубается. Sorry, we don't understand you. We need your... Russian language. Sorry. Русский? Где она? Yes, yes, Russian, русский. Короче, она куда-то пропала. Да вон она, вон она бегает. Во, а чё ж ты? Ты ж слышишь, что мы по-русски разговариваем. Почему ты по-английски-то с нами пытаешься говорить? Ты тут? Ку-ку. Блин, я ничего из твоего голоса не могу понять. Она вышла. Не можешь понять? Напиши в чат. Я не могу понять. А меня... Звука мало. Я понял. Сейчас. Не могу разобрать, что ты хотел сказать. Вот сейчас хорошо слышно? Вот сейчас. Да. Вот сейчас стало хорошо, да? Да. А, ну все, слава богу. Я хотел спросить просто, я тебе говорил, что типа... Что ты с нами по-английски говоришь, если мы по-русски разговариваем? Вот. Ну вот, давай вот этому продонатим еще мальчику или этой девочке. Давай по 5, каждый по 5. По 5, сейчас мы тебе по 5 продонатим. Давай, донать. Подпишись на наш канал. Подпишись на наш канал. Он называется JamWare на Ютубе. Вот, это наш канал.
подпишись на него. Если слышишь. Донать ему 5. Я ему уже задонатил 5. А, я тоже. А, нет, у меня почему-то не задонатилось. Ну-ка, сейчас я еще раз. Ты не хочешь быть касаткой? Почему-то я не, у меня не продонатилось. Сейчас еще разочек. Давай ты будешь касаткой. Он пишет, что у него, походу, нет аккаунта на Ютубе. А, на Ютубе нет. Ну и ладно. Ничего, мы ему подарочек. Ну ладно, да. Нормально. Нормально. Подарочек тебе такой. Ну что, ну ладно, ребятки, давайте отойдем, наверное. Да не, ну, только подписчикам и тем, кто подписывается. Так что, если вы увидели, что это видео вообще наткнулись, можете писать свой ник именно конкретно под этим видео. Под другим мы не рассматриваем. Вот, вы должны быть подписаны на наш канал и написать свой ник в комментариях, поставить лайк этому видео, и тогда в следующем видео мы вам тоже задонатим. Соответственно, да, все правильно. Соответственно, следующее видео будет где-то через пару неделек. Мы где-то раз в 2 недели заходим именно в Please Donate и продоначиваем всем. Да. Вот, так что подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и... Пока-пока! Всем пока-пока! Ой, подождите, я тут в настройки залез. Еще раз попрощаемся сейчас. Давай, да. Всем пока-пока!